охватывает чувство досады. В этом состоянии человек делается беспокойным, плачет. У него меняется цвет лица, и он становится покорным и тяжело дышит. All right, so Prabhupada describes the symptom of ecstatic love as disappointment, that when one is forced to act in a way that is forbidden, we're forced to do something in a manner that is forbidden, or to stop acting in a way that is proper, then the effect is that he will become sorry, and he will think himself dishonored. И Шрила Прабхупада пишет, что это чувство досады возникает, когда человек вынужден действовать запрещенным образом или отказывается от правильного образа действий. Он чувствует раскаяние и думает, что это списал себя. So when that happens, at that time one will feel disappointed. И в это время человек чувствует некое разочарование. So when we feel that when the devotee feels this disappointment, there will be also a lot of anxiety will be created, and he will start to shed tears, and even the color of his body may change, and he will breathe heavily and become very humble. И в таком состоянии человек делается беспокойным. Он плачет, у него меняется цвет лица, и он становится покорным и тяжело дышит. Go ahead. Guru Maharaj, the words right there, the sound is not very good. Maybe we'll try to recall. But what? Sound is very bad, and they don't hear very clear because of this screeching sound. Uh-huh. So what to do? Maybe we just to recall once again, I don't know what. Okay, we try again, yeah. Дорогие первые, мы сейчас еще раз попробую перезвонить. Видите, пожалуйста, группы, убрать этот звук, если, конечно, получится. Спасибо большое. Давайте будем. Hare Krishna Guru Maharaj. Hare Krishna. Oh, it's still same there. Scratching sound. Yeah, yeah. Yeah. I really don't know what to do. Maybe you'll ask Adri Tarana Prabhu to translate. Maybe then they will know a scratching sound. Yeah, we can try. Is he there? Adri Tarana Prabhu. He's not here. Kirtida there? Yes, Kirtida Mataji. Kirtida Mataji, может быть, вы попереводите, у вас, может быть, такого звука не будет. Нет, то же самое трек. The same. Yes, the same. Guru Maharaj. Yes, the same. Адридхарана Прабху, а скажите, пожалуйста, что-нибудь, если вы будете говорить, Hare Krishna. Тот же самый звук будет. Не знаю. Вот я говорю. Дребезжание есть? Нету дребезжания. Вот у вас хорошо. Может быть, вы попереводите? Круто. Второй раз. Потому что у Киртиды Матаджи тоже такой звук. Ага. Сейчас попробую. Мне на интерпретности сейчас возьму. Ну, капец, второй раз уже. Сейчас.
какая там глава? 28-я, 29-я? 29-я глава. Ага. А. Сейчас. 29-я. Это какая там страница? Страница 279. Я, конечно, знаете, что могу что сделать? Могу попытаться с телефона, кстати, перезвонить. Ну, давайте попробуем с телефона, коли вы уже начали. Да, если нет, я тогда включусь, я уже открыл. Okay. Guru Maharaj, I try to just to recall from my phone. Let's try again. Maybe there, then there will be no distraction sound. Okay. Дорогие преданные, давайте еще раз я попробую перезвонить. Выйдите, пожалуйста. Сейчас я попробую с телефона тогда зайти. Hare Krishna, Guru Maharaj. Yes, Hare Krishna. It's the same scratching sound, yeah? I don't know, speak some more. His sound is the same. Do you have some scratches or not? It seems to me the same, yeah? I think it's better. Okay, let's try. I write to do this, the baby. Yes, same scratching sound. Okay. We should ask Vidharana Prabhu to explain. He also has scratching sound, yeah? No, he has no scratching sound. Адридхарана Прабху, ну кажется, тот же самый вот этот вот скрипящий звук вроде есть. Вот если я сейчас говорю скрипит. Вот сейчас, вот когда мне говорите нет. Ну, немножко есть что-то чуть-чуть. Но не так сильно, как было. Вот странно, я слышу, когда вы вот так вот говорите, тоже скрипит. Может быть, потому что у кого-то включен микрофон? Так бывает, когда включено больше двух микрофонов. Сейчас проверим. Давайте попробуем. Нет, только два микрофона включены. Только а у Махараджа тоже включен, наверное. Вот два микрофона. Три, извиняюсь, три. Я же еще, да. Еще вот у Лоси Света сейчас. Да, вот если попробуем. Татьяна Карпачевой еще включен. А давайте вот попробуем выключить микрофоны, может, ну вот кроме двух. Может быть, тогда звук будет лучше. А вот сейчас как слышно? Лучше. Да, это все-таки микрофоны. Хорошо, я поняла. Дорогие преданные, отключите, пожалуйста, посмотрите, как у вас с состоянием включенности микрофонов. Выключите, пожалуйста, те, у кого не включены. Спасибо большое. Харе Кришна, Гуру Махарадж. Would you continue, please? Еще у кого-то включен, кажется. Who's going to translate? I'll translate. Okay. All right, so go ahead when Krishna is punishing Kaliya. Когда Кришна наказывал змея Калию, был момент, когда все решили, что он утонул в отравленных водах Ямуны. Тогда Нанда Махараджа сказал Ишода Деви: «Дорогая жена, Кришна скрылся под водой, и нам больше незачем поддерживать жизнь в своих телах, исполненных греха.
Давай тоже бросимся в отравленные воды ему, тем самым расплатившись за грехи, которые мы совершили. Это пример сильного потрясения, вызывающего у преданного острое чувство досады. Alright, so Rupa Goswami is giving evidence from the scripture to describe this kind of ecstatic love where devotee feels disappointment. И здесь приводится пример священных писаний, когда преданный чувствует разочарование из-за экстатической любви. So this, the first example is concerning when Lord Krishna was held in the clutches of the Kaliya serpent in the bottom of the Yamuna. И первый пример таков, когда Кришна был заключен в кольца змея Калии. The water of the Yamuna had become poisoned due to the Kaliya serpent, and Krishna had jumped into that Yamuna water, and Kaliya serpent had bound Krishna up in his coils. Воды Ямуны были отравлены змеем Калии, и Кришна прыгнул в Ямуну, и змей Калия заключил его в свои кольца. So Nanda Maharaj and Mother Yashoda were there, they were at the side of the Yamuna, and they saw how Krishna had gone into the Yamuna water. And so they thought there's no longer any need to maintain their life. И Нанда Махарадж и матушка Яшода, они стояли на берегу Ямуны, видели, как Кришна туда прыгнул, и они думали о том, что нет смысла поддерживать свои жизни. Nanda Maharaj and Mother Yashoda thought that our lives are so full of sinful activities, we should also enter into the water of the Yamuna. Nanda Maharaj и Матушка Яшода думали, наша жизнь полна грехов, и поэтому мы тоже должны броситься в отравленные воды Ямуны. And Nanda Maharaj and Mother Yashoda were thinking that if we also enter into the Yamuna, in this way we will compensate for all our sins which you have done in our life. So this is an example, you can see the shock of the devotees, that they're so shocked because Krishna is on the bottom of the Yamuna, and the devotees, they've become very, very disappointed. Это пример того, как преданные испытывают шок, когда Кришна показался на дне Ямуны. Go ahead. Когда Кришна покинул Вриндаван, его близкий друг Суббала тоже решил уйти оттуда. Покидая Вриндаван, Суббала думал о том, что без Кришны Вриндаван утратил всякую привлекательность. Как пчелы улетают с цветка, в котором не осталось меда, так и Суббала ушел из Вриндавана, поняв, что в нем не осталось ничего, приносящего трансцендентное блаженство. So then the second example about disappointment is in relation to when Krishna left Vrindavan, then Subal, one of Krishna's very dear friends, cowherd boys, he decided to leave Vrindavan also. И следующий пример – это пример того, когда Кришна покидает Вриндаван, а его близкий друг Субала, мальчик-пастушок, испытывал большое чувство досады, он тоже решил покинуть это место. Subal was saying that without Krishna, there's no longer any pleasure to be here found in Vrindavan. Because Krishna's gone, so there's no point for me to stay here in Vrindavan. I'm not getting any pleasure. Субала подумал, что для меня нет никакого удовольствия в том, чтобы оставаться здесь во Вриндаване, если Кришна покинул его. The example is given that just like bees, they take the honey away from the flower, and when the bee have no more honey, then the bees will go away. Это подобно тому, как пчелы улетают с цветка, в котором больше не осталось меда. So Subal left Vrindavan when he could no longer take any pleasure there. И
И поэтому Субала ушел из Вриндавана, поняв, что в нем не осталось ничего приносящего блаженства. Go ahead. Дана Келика Умуди Шримати Радхарани обращается к одной из своих подруг. Дорогая подруга, раз я не слышу, как воспевают славные деяния Кришны, то лучше мне совсем оглохнуть. А поскольку я лишена возможности видеть его сейчас, я предпочла бы ослепнуть. Это еще один пример досады, охватывающий преданного в разлуке с Кришной. Okay, and now another example is given from the book called the Dana Kelika Muda. Дорогие преданные, у кого-то включен микрофон. И следующий пример приводится из Дана Келика Муди. Go ahead, read. В Харивамше приводятся слова Сатьябхамы, одной из жен Кришны в Двараке, обращенной к Муди. Дорогой Кришна, no, я no, слышала, hey, we didn't read the Dana Kelika Muda yet, did you? Yeah, already read. Oh, you did read it already? Yeah. Okay, I didn't speak about it. Yeah. Okay, in the Dana Kelika Muda is described how Srimati Radharani was talking to one of her friends. And she said, if I cannot hear about Krishna, then it's better for me to be deaf. In the Dana Kelika Muda, Srimati Radharani обращается к одной из своих подруг и говорит ей, когда я не слышу о деяниях Кришны, то мне лучше оглохнуть. And then Radharani said, if I'm not able to see Krishna, I might as well be a blind woman. There's no point to see anything if I cannot see Krishna. И мне нет смысла видеть ничего. Если я лишена возможности видеть Кришну, то мне нет смысла видеть ничего другого. So these are examples of disappointment due to separation from Krishna. И это чувство досады возникает из-за чувства разлуки, из-за разлуки с Кришной. Go ahead. В Харивамше приводятся слова Сатьябхамы, одной из жен Кришны в Двараке, обращенной к Муди. Дорогой Кришна, я слышала, как Нарада превозносил перед тобой достоинство Рукмини. Насколько я понимаю, теперь уже нет необходимости говорить обо мне. Это пример досады, вызванной завистью. Обе они, и Рукмини, и Сатьябхама, были женами Кришны, и потому испытывали друг другу вполне понятную женскую ревность. Поэтому, услышав, как Нарада превозносит Рукмини, Сатьябхама позавидовала ей и почувствовала досаду. So the next example of disappointment is coming from the book Harivamsa, where Sachabama, one of Krishna's queens in Dwarka, is talking to Krishna. И следующий пример досады приводится в Харивамше, где приводятся слова Сатьябхамы. So Сатьябхама is telling Krishna, she said, I heard Narada Muni glorify Rukmini before you. И Сатьябхама говорит Кришне, я слышала, как Нарада Муни превозносил перед тобой Рукмини. So when I heard him speak about Rukmini, I thought there's no point to talk about myself, because she's so much better than me. И когда я услышала это, я поняла, что уже нет необходимости говорить обо мне, поскольку она превосходит меня. So Сатьябхама was feeling disappointment because of her envy of Рукмини. И Сатьябхама чувствовала досаду из-за зависти Рукмини.
The Rukmini and Satyabhama are the two main co-wives of Lord Krishna. Lord Krishna has many wives, but the two principal wives are Rukmini and Satyabhama. И Рукмини и Сатьябама — это две главные жены Кришны. У Кришны много жен, но эти жены, они главные. So Krishna is their husband, and he knows that there's sometimes competition between these two ladies. They both want to compete to be more important. И они обе были женами Кришны, поэтому между ними всегда существовало некоторого рода соревнование. So when Satyabhama was hearing about Rukmini, how Rukmini was such a wonderful devotee and such a wonderful lady, then Satyabhama became envious of her, and that caused her to become also disappointed. И когда Сатьябхама услышала о качествах Рукмини, о том, что она гораздо лучше него, то она почувствовала ревность, и она была очень раздосадована. Go ahead. В 10-й песне Шримад-Бхагаватам, 51.47, говорится: «Дорогой Кришна, не мне говорить, что другие погрязли в материальном существовании, так как я сам опутан сетями материальных представлений о жизни. У меня на уме одни заботы о семье, доме, жене, богатстве, земле и царстве. Материальное окружение лишило меня последней крупицы разума, и потому мне кажется, что я напрасно прожил свою жизнь. Это пример досады, вызванной сожалением». All right, another example is coming from the 10th canto, 51st chapter, verse 47. So Lord Krishna is, Lord Krishna, Следующий пример приводится из 47 стиха 51 главы 10 песни Шримад Бхагаватам. So the devotee is saying, my dear Krishna, I cannot say it is only other people. The devotee is talking to Krishna and they're telling Krishna that I'm not the only one in material existence. И преданный говорит Кришне: я не один, кто погряз в материальном существовании. He said, many of us were entangled in the bodily concept of life. Многие из нас запутались в телесных представлениях о жизни. And because I think I'm the body, I'm always worried about my family and my home and my wife and my money. И поскольку я думаю, что я тело, я всегда беспокоюсь о семье, доме, жене, своих деньгах. So because I'm so worried about these material things, I'm always thinking that my life has just been wasted. И поскольку я думаю об этих материальных вещах, я также я понимаю, что моя жизнь она просто прошла зря. So this way the devotee is describing his disappointment caused by his lamentation. И таким образом это пример того, как преданный чувствует досаду, вызванную сожалением. We want to use our life to do something nice for Krishna. Мы хотим использовать свою жизнь, чтобы сделать что-то хорошее для Кришны. And if we don't do something for Krishna, then we will feel disappointed. И если мы этого не делаем, то мы чувствуем разочарование. Go ahead. По мнению Бхараты Муни, досада является неблагоприятным признаком. Однако другие ученые склонны видеть в ней проявление нейтральных отношений и защитную реакцию преданного, способ предохранить свою экстатическую любовь. So, Srila Prabhupada is mentioning here that there's a statement by Bharata Muni. Bharata Muni is not really a devotee. But anyway, this person, Bharata Muni, he wrote books about drama. And he is saying that this disappointment is inauspicious.
И здесь приводится мнение Бхарата Муни, который не был преданным. Он писал различные пьесы, и Бхарата Муни считал, что досада — это не очень благоприятное, не очень благоприятный привод. But not everybody agrees with what Bharata Muni say. There are many other scholars, they say that this disappointment is actually a form of ecstatic love. Но не все были согласны с мнением Бхараты Муни. Многие считали, что это признак, это проявление экстатической любви. And they described this ecstatic love as in the mood of neutrality, in other words, Shantaras. И они описывали этот признак как проявление нейтральных отношений, шантарасы. Okay, go ahead. Следующее проявление любви к Кришне — это сожаление. О человеке, которому не удается достичь желанной цели жизни, который не выполняет своего долга, терпит лишение, ощущает вину, говорят, что он охвачен сожалением. All right, so the next... Next symptom of ecstatic love is lamentation, and it's described that if someone is unsuccessful in achieving his goal, then he doesn't feel satisfied in his occupation. И следующий признак, следующее проявление экстатической любви — это сожаление. И о сожалении говорится так, что человек, которому не удается достичь желанной цели в жизни, он не выполняет своего долга. Rupa Goswami is giving different reasons why we may lament, right? One, we may lament because we're not successful in achieving the goal of life. И Рупа Госвами приводит несколько причин того, когда мы можем испытывать сожаление. И первое из них — это то, когда мы не достигаем своих целей в жизни. And the type of work we're doing, we may not get any satisfaction from the work which we're doing. Либо когда мы не чувствуем удовлетворения от того, что мы делаем. We may find ourselves in feeling guilty. We feel guilty about something. Либо когда мы ощущаем вину. So this is said to be a state of lamentation. И это вызывает, все это вызывает сожаление. Go ahead. Охваченный сожалением человек начинает задавать вопросы, становится задумчивым, печальным, раскаивается и тяжело дышит. Цвет его тела меняется, и во рту у него пересыхает. Okay, type of lamentation, we will question. When we lament like this, then we'll begin to question about things, and we'll think more about everything, and tears even will come in our eyes, and we'll feel regret, and breathe heavily. И когда мы чувствуем сожаление, мы начинаем задавать вопросы. Мы становимся задумчивыми, печальными, из наших глаз текут слезы, наше дыхание становится тяжелым. And the color of our body may change, and our mouth dries up. Цвет нашего тела может поменяться, а во рту пересохнуть. Go ahead. Один пожилой преданный Кришне обратился к нему с такими словами. «Дорогой Кришна, убийца Диманаки. В старости тело мое пришло в негодность. Мне трудно говорить, голос мой дрожит, ум утратил свою ясность, и память часто изменяет мне. Но ты, мой дорогой Господь, подобен лунному свету. Я жалею только о том, что никогда не был привязан к твоему ласковому сиянию, и потому ни на йоту не продвинулся в сознании Кришны. Это утверждение является примером сожалений, вызванных неспособностью достичь желанной цели». All right, so Rupa Goswami is giving evidence of some of these different symptoms. And he describes one time there was an elderly devotee of Krishna, and they came and talked to Krishna. И здесь приводится доказательство того, как проявляется сожаление.
И примером является пожилой преданный Кришна, который обращается к нему со словами. So they're devotees of Krishna, so they say, O Krishna, O killer of the demon Aga, my body is now old and it's invalid. И он говорит, дорогой Кришна, убийца демона Аги, мое тело состарилось и пришло в негодность. So due to my old age, I cannot speak very good. My voice is, I'm not very fluent. My voice is always faltering. My mind is not very strong. And I also forget so many things. И с приходом старости мне стало трудно говорить. Мой голос дрожит. Ум уже не такой ясный. И память стала очень плохой. But that this old devotee says, oh, my dear Lord Krishna, you are just like the moonlight. And my only regret is that I don't have any taste for your beauty and for your effulgence. Но ты, мой Господь, подобен лунному свету. Я сожалею только о том, что я никогда не испытывал привязанности к твоей красоте и к твоему сиянию. The devotee said, I just regret that I never made any advancement in Krishna consciousness. И преданный говорит о том, что он сожалеет, что он не продвинулся в сознании Кришны. So Rupa, this is an example of lamenting due to being unable to achieve our desired goal. Это пример сожаления, вызванного неспособностью достичь желанной цели. Okay, go ahead. Саду, чтобы сделать из них гирлянду и предложить ее Кришне. Однако мне, как всегда, не повезло. Внезапно мой сон оборвался, и я не смог достичь желанной цели. Это пример сожаления, вызванных невыполнением своего долга. All right, and then another example was given. A devotee said that I was dreaming of collecting nice flowers from the garden, and I was thinking to make a garland to offer to Krishna. И здесь приводится еще один пример, в котором преданный рассказывает о своем сне. Он говорит, что этой ночью мне приснился сон, как будто я собираю в саду цветы, чтобы сделать из них гирлянду и предложить ее Кришне. But it's very unfortunate because all of a sudden my dream finished and I couldn't do what I wanted to do. Однако я был настолько неудачлив, что мой сон внезапно закончился, и я не смог сделать то, что я должен был сделать. So this is an example of somebody lamenting due to not being able to fulfill their duty. И это пример сожаления, которое вызвано невыполнением своего долга. Okay, go ahead. Увидев, в каком тяжелом положении оказался его приемный сын, Кришна на арене жертвоприношения, устроенной Вакантой, Нанда Махараджа воскликнул: «Горе мне, почему я не запер своего сына у себя дома? Вместо этого на свою беду я привез его в Мапуру. И теперь вижу, какая опасность грозит ему от гигантского слона по кличке Пувалай. Кажется, будто на луну Кришны пала тень земли». Это пример сожалений, вызванных превратностями судьбы. Okay, another example was given. And this is about Nanda Maharaj. When Nanda Maharaj saw Krishna coming into the sacrificial arena of Kamsa in Mathura. И это другой пример сожалений, когда Нанда Махараджа увидел Кришну на арене Камсы, когда привез его в Матхуру. So Nanda Maharaj at that time, he was lamenting, he was saying, how unfortunate I am. I should have kept my son. I should have kept him at home and locked him in the room. И Нанда Махараджа воскликнул: «Горе мне, почему я не запер своего сына у себя дома? Вместо этого
Но я привёз его сюда. But instead I brought him to Mathura, and now I see the situation, I see how such a horrible, it's so embarrassing to see my son that in front of this giant elephant, Kuvalaya. Но я привёз его в Мадхуру, и я вижу теперь, какая опасность грозит ему от этого гигантского слона Кувалая. So this was this demon Kuvalaya elephant Kamsa was going to use this elephant to attack Krishna when Krishna and Balaram came to enter the arena at Mathura. Kamsa's plan was that the elephant Kuvalaya would attack Krishna and kill Krishna. Когда Кришна и Баларама прибыли в арену состязаний, план Камсы был таков, что он отправил туда слона Кувалая, чтобы его убить. So Krishna is like the moon. And when the moon, sometimes the moon is eclipsed by the shadow of the earth. So it appeared like that, that Krishna was being eclipsed. Krishna подобен луне. И в этот момент показалось, будто на Кришну упала тень, как это было у затмения. So this is an example of lamentation again, due to reversed condition. Это пример сожалений, вызванных судьбой. Go ahead. В 10-й песне Шримад Бхагаватам 14.9 приводится слова Брамы. О мой Господь, моя дерзость не знает границ. Ты бесконечная изначальная личность Бога, сверхдуша, и в твоем распоряжении находятся самые совершенные иллюзорные энергии. Поистину, дерзость моя безгранична. Он считал, что достаточно могущества для исполнения могу обойтись без тебя. О, как я кичился своими ничтожными способностями. Но как маленькая искорка, вылетевшая из костра, не может причинить никакого вреда костру, так и я со своими жалкими способностями был не в силах противостоять твоей куда более могущественной или изборной энергии. Теперь я осознал свое ничтожество и никчемность. All right, so one more example is given, this time from the 10th canto, 14th chapter, verse 9 of the Srimad Bhagavatam, and it's spoken by Lord Brahma. И здесь приводится еще один пример слов Брамы, которые приводятся в 9 стихе 14 главы 10 песни Шримад Бхагаватам. Lord Brahma was feeling ashamed because Lord Brahma had stolen away the cows and he tried to see the power of Krishna. Господу Браме было стыдно, поскольку он украл всех коров, решив проверить силу Господа Кришны. So Lord Brahma says, just see my impudence. You are the unlimited, the original personality of Godhead, the super soul, and you rule over the world so perfectly. И Брама говорит: мой Господь, моя дерзость безгранична. Ты изначальная личность Бога, и ты управляешь этим миром совершенным образом. Lord Krishna rules over all the illusory energy. It's all Krishna. Krishna has all of this illusion which is in the material world. It's all Krishna's energy. It's under his control. И Кришна управляет иллюзорными энергиями. Вся иллюзия, которая находится в этом материальном мире, находится под контролем Кришны. Brahma said, "Just see how foolish I was. I was so stupid. I wanted to be greater than you. I wanted you to see my power." И Брама говорит: посмотри, Господь, насколько я был глуп. Я думал, что я более велик, чем ты. Я думал, что мое могущество гораздо меня могущество больше, чем у тебя. And Brahma says, I was so foolish. I was so puffed up with the little tiny power which I have.
Я был настолько глуп, что я кичился своими ничтожными способностями. Brahma gives an example. He said, just like a little spark from a fire, can it do any harm to the fire? И Брама приводит пример того, что я был подобен искорке, которая не может причинить никакого вреда костру. So a little spark from the fire cannot do any harm to the fire. So my potency was totally useless in front of your power. И поэтому мое могущество полностью бесполезно перед твоими силами. So I'm a most insignificant person, and I think of myself as a very useless person. Я самое ничтожное существо, и я думаю, насколько я никчемен. So this kind of lamentation, this was due to, because Brahma had committed an offense, and it caused him to lament. И это пример сожаления, которое вызвано выполнено совершенным Брамой оскорблением. Go ahead. Следующий пример проявления любви к Кришне — это смирение. Смирением называется ощущение собственной слабости, которое может испытывать человек, охваченный горем, страхом или раскаянием за свои поступки. В таком приниженном состоянии человек становится разговорчив, мелочен, нечист умом, встревожен и бездеятелен. Okay, so next quality, the next kind of symptom of ecstatic love is humility. And this is a sense of weakness which is caused by distress or fear or offensiveness. И следующее проявление любви — это смирение, которое вызывает ощущением собственной слабости, когда человек испытывает горе, страх. And so when one is in that state of humility, then one may talk a lot, and his mind will become dirty, his heart will be small, full of anxiety and inactive. И в таком состоянии человек становится очень разговорчив. Он нечист умом, мелочен, тревожен и бездеятелен. Go ahead. В 10-й песне Шримад-Бхагаватам 51-57 приводятся слова царя Мучукунды. «О Господь, из-за дурных поступков, которые я совершил в прошлом, страдания следуют за мной по пятам. Меня постоянно терзают разнообразные желания, но никакие материальные наслаждения не приносят мне удовлетворения. Сейчас, по Твоей милости, я обрел покой, найдя прибежище у Твоих лотосных стоп, которые вечно свободны от скорби, страха и смерти. О Высший Защитник, о Высшая Душа, о Верховный Владыка, умоляю Тебя, храни меня впредь. Воистину положение мое незавидно. Эти слова Мучукунды — пример смирения, вызванного жестокими страданиями материального существования. Okay, so next example is given from the 10th canto, 51st chapter, verse 57, Srimad Bhagavatam, and it's spoken by Muchikunda, Maharaj Muchikunda. И следующий пример приводится в 57 стихе 51 главы 10 песни Шримад-Бхагаватам. Это слова царя Мучукунды. So Mochikunda was a king who was lying sleeping in the cave, and Krishna came in the cave. Krishna was in the cave, and then the big demon Kalanemi came in there. And when the Kalanemi saw Mochikunda laying sleeping on the floor, he thought that was Krishna. И Мучукунда спал в пещере, и там появился Кришна, за которого преследовал демон Каланеми. И когда Каланеми увидел лежащего на полу пещеры царя Мучукунду, он подумал, что это Кришна. So the Kalanemi kicked Mukchikunda and woke him up, and when Mukchikunda opened his eyes, then fire came out from his eyes, and he burned the demon Kalanemi to ashes.
И колонами, ну, секунду, и чтобы разбудить его. И тот проснулся, и огнем из своих глаз сжег демона колонами дотла. So then Muchikunda meets Lord Krishna and he offers prayers to Krishna. И таким образом, и затем Muchikunda увидел Господа Кришну и обратился к нему молитвами. Muchikunda was actually a great fighter and he'd been fighting for the demigods. So he was a very powerful kshatriya. Muchikunda был великим кшатрием, он сражался на стороне полубогов. So he prays to Krishna and said, because of my bad deeds in the past, so I'm feeling very sorry. И он говорил Кришне, из-за своих греховных поступков, которых я совершил в прошлом, я чувствую большое раскаяние. Muchikunda said, I'm always suffering because of my desires. Я всегда страдаю из-за своих желаний. And my senses are never satisfied with material enjoyment. А мои чувства никогда не удовлетворят материальные наслаждения. But somehow or other, by your mercy, now I am peaceful. Но так или иначе, по твоей милости, сейчас я обрел умиротворение. It must be because I've taken shelter of your lotus feet, which are always free of lamentation. Должно быть это потому, что я принял прибежище у твоих лотосных стоп, которые всегда свободны от скорби. And anybody who takes shelter of your lotus feet, they do not have any fear and they're not afraid of death. И любой, кто примет прибежище у твоих лотосных стоп, никогда не чувствует страха смерти. So Muchikunda prays to Lord Krishna, kindly give me protection. I feel so ashamed. И Muchikunda молится Кришне, пожалуйста, даруй мне свою защиту. Я чувствую себя таким таким стесненным, мне стыдно. Okay, so Muchikunda said, Muchikunda showing an example of extreme humility due to the miserable conditions of the material existence. И Muchikunda это пример смирения, которое вызвано страданиями материального существования. Go ahead. Когда Брахмастра Ашватхама поразила Уттару, та испугалась, что может лишиться своего ребенка, Махараджу Парикшита, находившегося в ее чреве. Не раздумывая, она взмолилась Кришне, поручая тебя его заботу. О мой Господь, умоляю тебя, спаси мне ее дитя, даже если мне самой суждено погибнуть от Брахмастра Ашватхама. Это пример смирения, вызванного страхом. So after the battle of Kurukshetra, Ashwatthama was trying to kill the only surviving descendant of the Pandavas, who was the child of Abhimanyu in the womb of Uttara. И после битвы на Курукшетре Ашватхама попытался убить единственного потомка Пандавов, сына Абхимани, который находился в чреве Уттары. So when Uttara saw the Brahmastra weapon coming towards her, she was worried about losing her child. И когда Уттара увидела Брахмастру, летящую на нее, она очень обеспокоилась о своем ребенке. So she immediately surrendered to Krishna and she prayed to Krishna. She said, I don't mind about myself being killed, but don't let my child die. Please save my child. Она тут же взмолилась Кришне, я не беспокоюсь о том, что я буду убита, но, пожалуйста, спаси моего ребенка.
So this is an example of humility due to fear. Это пример смирения, вызванного страхом. Go ahead. В 10-й песне Шримад-Бхагаватам 14.10 Господь Брахма говорит: «О непогрешимый, рожденный в гуне страсти, я возгордился, создав этот материальный мир. Моя гордыня, как непроглядная тьма, объяла меня, лишив способности видеть. В своем ослеплении я возомнил себя соперником тебе, Верховной Личности Бога. Умы Господь, хотя меня и считают отцом этой вселенной, на самом деле я твой вечный слуга. Поэтому умоляю тебя, смилуйся надо мной и прости за все». Эти слова Брахмы — пример смирения, вызванного совершенным поступком. Okay, so then from 10th canto, 14th chapter, verse 10, Srimad Bhagavatam, another prayer by Brahma. И в 10-м стихе, 14-й главы 10-й песни Шримад Бхагаватам приводится еще одна молитва Брахмы. So Brahma prays to Krishna that he says, I am born in the mode of passion, and therefore I'm very proud of being the creator of this material world. Брахма говорит, из-за того, что я родился в гуне страсти, я возгордился тем, что создал этот материальный мир. So this pride which I have, thinking I'm the creator, this is like darkness of ignorance. И моя гордыня, вызванная тем, что я творец этого материального мира, подобный непроглядной тьме. So this darkness, I've become blind, and in my, because I'm blind, I'm considering myself, I'm thinking I'm a competitor to Krishna. И из-за этой тьмы я слеп, и я возомнил себя соперником Кришны. But Brahma said, even if they accept me as the creator of the universe, I'm always your servant eternally. Но при этом Брахма сказал, хотя меня и считают отцом этой вселенной, на самом деле я твой вечный слуга. So Brahma prays to Krishna, please show compassion on me and forgive me for my offenses. И Брахма взмолился, пожалуйста, прости меня за все грехи и смилуйся надо мной. So this is an example of humility due to committing offenses. И это пример смирения, вызванного совершенным оскорблением. Go ahead. Иногда смирение бывает вызвано чувством стыда. К примеру, когда Кришна украл одежду у гопи, пока те купались в реке, они стали умолять его пожалеть. Гопи обратились к нему с такими словами: «Дорогой Кришна, нам известно, что ты Нанда Махараджи и любимец всего Вриндавана. Мы тоже очень любим тебя. Почему ты мучаешь нас сейчас? Пожалуйста, верни нам одежду. Только посмотри, как мы дрожим от холода». Это пример смирения, вызванного смущением от своей ноготы перед Кришной. Okay, so one more example about humility. And this is the example due to the shyness which was shown by the gopis. Это еще один пример смирения, вызванного смущением гопи. So when Krishna stole, the gopis, the young girls, they used to go and take bath in the Yamuna. And so one morning Krishna came there and he stole all their clothes. И гопи, молодые девушки, однажды отправились на берег Ямуны за тем, чтобы искупаться. И когда они были в реке, Кришна украл их все их одежды. Because they were just young girls, they were bathing naked. So Krishna came and he stole all their clothes, and then he told all the young girls that they had to come before him and they had to beg to get their clothes back. И поскольку гопи были молодыми девушками, они купались обнаженными, и Кришна сказал им, чтобы получить свои одежды, вы должны выйти на берег ко мне и умолять вернуть вам одежду. So the gopis, they're just young girls, and they beg Krishna, please don't do this to us, please.
гопи умоляли Кришну, пожалуйста, не делай этого с нами. And they prayed to Krishna, we know you are the son of Nanda Maharaj, and we know you're the most beloved of all of Vrindavan. И они говорили, мы знаем, что ты сын Нанда Махараджа и любимец всего Вриндавана. And we also, we gopis, we also love you very much. И все мы гопи, мы тоже тебя очень любим. But why are you giving us this trouble? Please just give us our clothes back. Но почему же ты создаешь нам такую проблему, мучаешь нас? Пожалуйста, верни нам одежду. No, we're trembling from the severe cold. Мы дрожим от холода. Yeah, Vrindavan can be very cold, and but still the gopis are going to take bath there in the Yamuna, and so in the winter time, early in the morning, it'll be very cold. Во Вриндаване может быть очень холодно, но гопи все равно принимали омовение в Ямуну. Зимой, например, может быть очень холодно во Вриндаване по утрам. So this humility of the gopis was, this is another symptom of their ecstatic love for Krishna. И это смирение, это проявление любви гопи к Кришне. And the shyness which they are showing, this is due to their being naked before Krishna. И смущение, которое они чувствовали, оно было из-за того, что они смущались своей наготы перед Кришной. So we'll stop here. Сегодня мы здесь остановим. There are some questions in the chat. Ювати Матаджи, пожалуйста, ваш вопрос. Хари Кришна, Гуру Махарадж и дорогие преданные, пожалуйста, примите мои свирепые поклоны со слабой Шрили Прабхупаде. А является ли трансцендентным наше сожаление о том, что материальное окружение мешает нашему преданному окружению? Или же для начинающих преданных это будет материальным чувством? Спасибо. Хари Кришна, Гуру Махарадж, indeed, the devotees present at my humble businesses of love to Shrila Prabhupada. Is our regret that our material environment, those who are around us, interferes with our devotional service? Is it transcendental or is it material feeling for a new devotee? Well, yes, it's material. You could say it's material. Да, но материально. At the same time, because we're trying to do devotional service, we could see also some transcendental. We could understand maybe this is Maya testing us to see if we're really sincere, if we're really determined to serve Krishna. A devotee can think, this is Maya just giving a test to see my sincerity. Am I really serious to want to serve Krishna? Но иногда это может быть трансцендентным, и преданный может думать, что это Maya проверяет искренность, насколько я готов служить Кришне. So in that sense, there's some transcendental nature there. The test of Krishna. Hari Bo. Так. Hari Bo. Are you there? Microphone. Chat. Hari Bol, Tatiana? Yes, now I can hear. Something is going on with microphone. I don't know what. Sorry.
Oh, it seems like the scratching is gone. Yeah? No. would you repeat this once again, Gurmukh? I said that the test which we get from Krishna, you can see there's also some transcendental nature there to them, because the tests are coming to see our sincerity in the devotional service. Итак, испытания, проверки, которые нам посылает Кришна, это они могут иметь трансцендентный характер, поскольку он хочет увидеть, насколько мы искренне в служении ему. So yes, there is some, if we can see it as being transcendental. И мы можем рассматривать эти ощущения как трансцендентные. Okay. Next question. Yeah. Елена Дмитриева Матыча, ваш вопрос, пожалуйста. Хари Кришна, Гуру Махарадж, дорогие преданные, пожалуйста, примите мои поклоны. Скажите, пожалуйста, Гуру Махарадж, вот похожий вопрос на вопрос Матхи Ватишати. А чувства досады, разочарования, смирения, которых мы сегодня слушали, могут быть только возвышенных преданных? Или мы тоже можем испытывать эти эмоции, даже пока что не пробудив любовь к Богу? Харе Кришна, Гуру Махарадж, для девотов, please accept my humble obeisances. I have some questions, and the first one is, may the feelings of this disappointment, humility, and this annoyance that we have heard about today only be experienced by by senior devotees, those who are on a very high level of devotion, or we also can experience these emotions even without awakening the love of God. Yes, we can. We also experience the emotion, but we don't have it in the sense of bhava. It's not in the sense of love of God. But we do experience these emotions, like disappointment and humility, definitely. Конечно же, мы можем испытывать все эти чувства, но мы не чувствуем с уровня бабы, с платформы любви к Богу. But the advanced devotees, they will experience these things in connection with their loving feelings for Krishna. Но возвышенные преданные не могут испытывать чувства, поскольку в связи с тем чувством любви, которое они испытывают Кришна. But our neophyte condition, we experience these things due to our identification with the body. Но мы на своем положении неофита испытываем все эти чувства, находясь в состоянии обусловленности нашим телом. Uh-huh. Yes. Other question. И второй вопрос, пожалуйста. Да. И вот второй вопрос, как быть, когда возникает чувство, что я лучше какого-то преданного. И вот эта привычка с детства у меня, и вот она стала проявляться в духовной практике. Как от нее очиститься? And the second question. What we should do when there is a feeling that I'm better than someone else, that I'm better than other devotee. This habit manifested from my childhood, and now it manifests itself in my spiritual practice. How to get rid of it? How to get rid of it? Well, we have to intensely desire to get rid of it. We have to really work on becoming humble and giving up that sense of
the false ego. Мы должны искренне хотеть избавиться от этой привычки, стать смиренными и избавиться от ложного эго. And the process is simply bhakti yoga. Just you just go ahead and engage fully in bhakti yoga and chanting and rendering service to the devotees, then that will help you. И избавиться можно от этой привычки благодаря полному погружению в процесс преданного служения бхакти йогу, воспеванию святых имен. Yeah, giving service to the devotees is very powerful, and by the blessings of the devotees, then you can overcome these tendencies. Служение преданным, так благодаря служению преданным вы сможете. Это очень могущественная вещь. Вы таким образом сможете, благодаря их благословениям, избавиться от всех этих тенденций. Yes. Mm-hmm. Next question. Татьяна, можно уточнить? Да, да. Я хотела спросить, вот я вот сейчас поймала себя на мысли, что чем я больше, ну вот как-то усилия прилагаю, чтобы внимательно воспевать, чтобы выходить на санкиртану, и мое вот это вот внутреннее чувство, что о, я такая крутая, оно наоборот стало, ну как вылазит. Это нормально, да, что вначале как бы анартха появляется, а потом мы ее видим и начинаем с ней, ну как это, работать. И таким образом она начинает уходить. Правильный процесс? I can see that the more efforts I do in chanting or in sankirtana, the more I became think about myself, oh, I'm so great, I'm so good. And am I understand correctly that it's normal process will be first we do something and then we see this bad thing in ourselves and then we start to work with it and then this habit has gone. Yes, it's good. You're starting to see these faults in yourself. That's good. That's a good sign. And the more you become conscious of these faults, then the more you'll try to avoid it. Да, это хорошо, что вы начинаете видеть эти недостатки, и чем больше вы осознанны, и чем осознаннее вы к этому подходите, тем лучше. The fact that you're appreciating that you have these problems, that is the sign that you're progressing, that you're advancing in spiritual life. И то, что вы уже видите эти проблемы в себе, это говорит о том, что вы прогрессируете в духовном, в смысле, в своей духовной жизни. So you have to go on and increase your devotion to Krishna. Do more chanting, study the philosophy. И поэтому вы должны продолжать расти в сознании Кришны, больше воспевать и продолжать изучать философию. Mm. Yeah. Следующий вопрос, Валентина Матвеевна, ваш повод. Хари Кришна. Гуру Махарадж, собравшись преданно принять мою покой, пожалуйста. Во втором стихе Шикшаштаки Господь Чайтанья говорит, обращаясь к Кришне, «Ты даровал нам святое имя, доброте своей, дал возможность достичь их, повторяю, достичь тебя, повторяю их. Но настолько неудачно, что не чувствую к ним никакого влечения». Этот стих — пример сожаления? Или это другое проявление любви к Кришне? И как нам, почему мы, получив знание о важности, ценности воспевания святого имени, продолжаешь относиться к ним, ну, как долго, как, ну, не чувствуешь этой ценности, важности. Хари Кришна. Хари Кришна, Гуру Махарадж, and all the devotees, the Guru Spirit, about this on a humble basis. In the second verse of Shashtaka, Lord Chaitanya says, Krishna, you hold me because you are just kindness and give me the opportunity to teach you by chanting them,
but I'm so unlucky that I don't feel an attraction to them. This is this word an example of regret, or is it another manifestation of love for Krishna? Why haven't having this knowledge of importance and value of chanting the holy name, we continue to treat this process as a duty? Yes, well, this is an example of regret, you could say that, yes. You can see the Lord Chaitanya's mood in offering that prayer, that he feels regret. I'm so unfortunate, I have no attraction for them. Да, все верно. Это пример сожаления. То есть, когда Господь Питание говорит, я настолько неудачлив, что я не чувствую к ним никакого влечения. So we have to chant, we have to offer prayers to Krishna. When we chant, it's very good. You're thinking like this, you're appreciating the Shikshastikam prayer, how Lord Chaitanya is describing his feeling for the holy name. Да, это очень хорошо, когда вы чувствуете вот это сожаление, читая второй стих Шикшаштаки, когда Господь выражает свои. It's very nice. You're not chanting mechanically. You're thinking carefully about the meaning of these prayers. So you understood the mood of regret, that I'm very unfortunate. Хорошо, что вы не читаете этот путь механически, а чувствуете его, то есть чувствуете сожаление, насколько я неудачлив. So this feeling of regret, this is also transcendental. This is a sign of one's becoming more Krishna conscious. И это чувство сожаления, оно трансцендентно. Оно говорит о том, что человек, испытывающий его, становится более сознающим Кришне. So go on chanting. Поэтому продолжайте воспевать. Enter more into the mood of the Shikshastikam, the prayers, and as Lord Chaitanya takes us to the higher and higher levels of devotion. Входите в состояние, описываемое в Шикшаштике. Господь Чайтанья хочет, чтобы мы поднимались на более высокий уровень. Yes? Next question. Я зачитаю вопрос от Анастасии Матыча. Харе Кришна, Гуру Махарадж, дорогие преданные, пожалуйста, примите смиренные поклоны, вся слава Шри Прабхупаде. Гуру Махарадж, у меня такая ситуация, я сильно вовлеклась в ситуацию, которая сейчас сложилась в связи с военными действиями России и Украины. Хочу слушать и смотреть об этом, понимаю, что это неправильно. Как избавиться от этого? Харе Кришна, большое спасибо. Харе Кришна, Гуру Махарадж, Дили Лудис, Сатнахамалабэдниси, Соуворш, Шипупат. I have such a situation, I'm strongly involved in a situation that is now developed in connection with the military actions of Russia and Ukraine. I want to listen and to watch any news about it, all the news about it, and I understand that this is wrong, how to get rid of this. Thank you. Well, you have to become more absorbed in thinking of Krishna and reading, hearing about Krishna, hearing the news of the spiritual world. You don't want to just focus on the news of the mundane world, but try to hear the news from the spiritual world. Enter more into the Srimad Bhagavatam and become more focused on Krishna's pastimes or Lord Chaitanya's pastimes. Сосредоточьтесь больше на новостях духовного мира, а не новостях мира материального. Больше погружайтесь в Шримад Бхагаватам, в игру Кришны и Господа Чайтаньи. And try to get more involved in Sankirtan and doing preaching work and sharing Krishna consciousness with others.
больше погружайтесь в санкиртану и в Бог, делитесь сознанием Кришны с другими. Don't worry about this material world. This world, this is a place of death. Everybody dies here. Не беспокойтесь об этом материальном мире. Это мир смерти. Все здесь умирают. Uh-huh. Yes. The next question. Елена Миронова, Матыч, ваш вопрос, пожалуйста. Спасибо большое. Хари Кришна, дорогие ваши святейшие, дорогие преданные, примите, пожалуйста, мои поклоны. Вся слава Шри Прабхупаде. У меня такой вопрос. Когда начались боевые действия на Украине, меня настигло чувство сожаления и вины, что так произошло, сострадание к людям, которые испытывают эти сейчас страдания. Означают ли эти чувства, что и Господь, как Параматма, их тоже, да, вот, из сердца дает эти чувства? И что я делаю? Я читаю молитвы за мир, переписывала священное писание, жертву на пищу жизни, усилила свою практику, хожу на санкиртану, проповедую, но, возможно, что-то упускаю. Как правильно проживать эти чувства? Спасибо. Hare Krishna, because I said humble business. Hare Krishna, holiness and the devotees, because I said humble business. So glorious to Srila Prabhupada. Thank you very much for lecture. Question. When this this war with Ukraine began, I was overtaken by a feeling of regret and guilt and compassion for people who are suffering. Do these feelings mean that the Lord Paramatma also experiences them? I read prayers for peace. I just rewrite, I copied the scriptures, I donate to the Food of Life, I go to Sankirtana, I preach, but maybe I'm missing something. How to go through these feelings in the right mood? How to do it correctly? Well, you have to keep doing it. And you have to develop, you have to try to increase your enthusiasm for doing it. Вы просто продолжайте делать то, что вы делаете, и старайтесь поддерживать свой энтузиазм в этом. It's good. You go out on Sankirtan and you try to share Krishna consciousness with others. It's very good. So you have to become more absorbed in this. You have to really and make a point that you're not going to go fall back into the mundane news. Да, просто старайтесь больше погружаться в Санкиртану и в то, что вы делитесь людьми со знанием Кришны. Просто больше погружайтесь в это и не смотрите на материальные, на новости материального мира. Sometimes you have to do things like cut the cable to your television. Может быть, стоит даже отключить, что значит отключить свой телевизор, да, просто вынуть кабель из сети. Or if you're using your mobile phone, then maybe you have to take that program off. Take out that program which you're always going to get the news. Take that program off your phone. Just keep your phone for calling people. Либо выключить те программы, которые на телефоне, да, у вас, через которые вы могут поступать новости к вам. Yes. А можно уточнить, Матыш Татьяна? Спасибо большое за ответ. Ага, у меня такой вопрос. А значит ли это, что... Ну, понятно, мы знаем, да, что Господь специально посылает нам эти все страдания и испытания, чтобы мы тут не привлекались материальным миром. А вот нам вот эти чувства, там, сожаления, там, сострадания Он посылает, чтобы мы углубили свою практику. То есть это не для того, чтобы мы там упивались этими чувствами, а чтобы мы еще сильнее практиковали. Krishna just give us all the situation in
And he wants us to just to feel disappointment of this material world, and he gives us all these feelings so that we can be more absorbed with Krishna consciousness. Am I right? Well, you may be right. If you become more absorbed in Krishna consciousness, then yes, it's good. Да, если вы больше становитесь сосредоточенным на сознании Кришны, тогда это хорошо. Krishna certainly wants us to become more attached to Him, more devoted to Him. So He arranges all these different situations for us, just to help to increase our affection, that we will turn to Him. И Кришна создает вот такие различные ситуации ради того, чтобы мы еще больше привлекались к Ним. So try to see everything in a positive manner. Just like, you know, you have a glass, the glass may be half full, so somebody may say, oh, glass is half empty, and somebody else said, no, it's half full. It's the same glass, the same substance, but somebody sees it half full, somebody sees it half empty. Просто старайтесь видеть все в позитивном ключе. Это подобно тому, как вот если стакан половину налить воды до половины, и кто-то скажет, что он наполовину пуст, а кто-то скажет, что он наполовину полон. So in the same way, different situations happen to us in the material world. We could think, oh, Krishna's not helping me, he's not making it easy for me to become a devotee. But we can see it's all Krishna's mercy to help me to become a better devotee. И мы видим, что с нами происходят различные вещи, Кришна создает различные ситуации. Мы можем думать, о, Кришна не хочет, чтобы я стал преданным, но на самом деле Кришна хочет, чтобы мы стали еще более, чтобы мы стали лучшими преданными. So try to see everything in a positive manner, that is to help us advance in Krishna consciousness. That's very good. Просто старайтесь видеть все в позитивном ключе и думайте о том, что это помогает нам стать больше, еще больше цепляющими Кришну. Okay. Спасибо большое, Хари Кришна. Thank you very much, Хари Кришна. Александр Прабу, ваш вопрос, пожалуйста, да. А, Лена, Елена Дмитриева, матушка, прошу прощения. Я по очереди. Гуру Махарадж, в лекции вы сказали, что беспокойство о семье, доме – это телесная платформа. Как эти же беспокойства превратить в духовную практику? Как бы говорить, что это для Кришны? Гуру Махарадж, in your lecture you said that worrying about family, home is bodily, is a bodily platform. How we can turn these worries into the spiritual practice? We just saying it's for Krishna or what? Well, yes, certainly we don't want to be neglectful of our duty. You have a home, you have a family, you have a duty, you have to take care of them. You have to look after their needs. You have to keep them happy. Конечно же, мы не должны игнорировать свои обязанности, то есть есть дом, есть семья, и мы должны поддерживать их, заботиться о них, делать все, чтобы они были счастливы. So how to spiritualize your home? Well, you know, just like you have an altar at home, you have maybe have a deity, you try to have kirtan at home, try to offer arti, and when you cook, you offer it to Krishna. And this, when you're at home, you can also play kirtan, listen to recordings of Krishna kirtan. И как одухотворить свой дом? У вас дома есть алтарь, вы проводите арати, вы можете приготовить, вы готовите, вы
поете киртаны, вы можете слушать записи киртан. And you try to be an example yourself. Try to be a nice example yourself of a devotee. Control your mind and senses. И просто будьте сами для всех хорошим примером. Контролируйте свои умы и чувства. Your own example will have the most important influence on the other family members. И ваш собственный пример – самое важное влияние на остальных членов вашей семьи. So try to be away, try to stay away from the influence of passion and ignorance. И попытайтесь держаться подальше от влияния страсти. In other words, good qualities, the good qualities, qualities of a devotee, showing the mode of goodness. Другими словами, хорошие качества преданного, они пока не показывают гуну благости. Being regulated and keeping everything neat and clean. Просто делайте все регулярно, поддерживайте везде чистоту. Okay. Хорошо. Я хотела, Матаджи Татьяна, можно уточнить? Вот Гуру Махарадж говорит, что я должна заботиться о счастье, да, вот в частности дочке. А если, например, для нее счастье это там, ну не знаю, срочно купить какое-нибудь дорогое платье. А я понимаю, что это как бы, ну я не могу этого сделать. Вот как быть, когда ее состояние счастья не совпадает? И как бы, то есть что значит, чтобы она была счастлива? Это же не значит, что я все вот, что она хочет, выполняю, правильно? Guru Maharaj said that I should do everything to make my family happy. And for example, I know that my daughter will be happy, for example, if I buy her a new, beautiful, very expensive dress. But her happiness is different from my happiness. And does it mean that, what does it mean to make happy other people? Should we do everything that they want, or what does it mean? No, of course, you don't want to, you shouldn't be doing everything that they want. But when I talk about happiness, I thought, you know, if you're peaceful, if you're satisfied yourself in your mind, then that way you keep a nice relationship. You don't always be complaining and agitating and criticizing, you know, try to be happy and satisfied in yourself and encourage them also to be happy. Just to be satisfied, really, rather than happy, I should say satisfied. То есть это не значит, что вы должны удовлетворять все желания. Я имела в виду, что вы должны поддерживать удовлетворенность в своем уме, быть умиротворенной, и то есть ваш ум будет спокоен, не взбудоражен, и тогда таким образом вы будете поддерживать, вы сможете поддерживать хорошие отношения с близкими. То есть здесь речь, как бы, я больше имела в виду удовлетворенность. Yeah, you don't want to just be giving your daughter everything she wants. Of course, that's not the way. You'll never satisfy her that way. But... То есть вы никогда не удовлетворите дочь тем, что будете давать ей все то, что она хочет. But encourage her to be satisfied with what she has, rather than what she needs. То есть призывать ее быть воодушевленной тем, что у нее уже есть, а не то, что нужно. Encourage her to be grateful for her situation and just to be how she is and her position in the world, her situation in life. She should be happy. То есть воодушевляйте ее быть удовлетворенной и счастливой от того, что она уже имеет, от той ситуации, в которой она находится.
от того положения, которое она занимает в этом. I know it must be very difficult. A young girl, it's not easy bringing up children. So, it's a test for you. Krishna's put you in this situation. It's a real test, you know, that you want to bring up your daughter, and it's really not easy bringing up children in this Kali Yuga. Anyway, you know, try to be a nice example for her. Ну, я знаю, конечно же, что это очень трудно сделать, поскольку это кали-юга, и очень сложно растить детей. Но тем не менее, вы должны попытаться быть для нее хорошим примером. We will pray for you. Мы будем за вас молиться. Encourage her to help you in your service, help you in cooking, encourage her to help you in cleaning, to help you in doing different things. То есть воодушевляет его помогать вам в готовке, в уборке, в преданном служении. Uh-huh. Hare Krishna. Next question. Александр, пробуй ваш вопрос, пожалуйста. Hare Krishna. Ваше святейшество. Скажите, пожалуйста, конечно, ситуации, советные будто уделяли полной практике. В связи с этим вопрос. Как-то я слышал такие беседы, что Прабхупада спросили, что зачем Господь создал такой мир, ну как бы страдает, и Прабхупада сказал, это ну, ты создал, что это ну, проявление желания людей, ну, душ, которые сюда пришли. А как это вот объединить, что ваши слова и то, что это желание, ну как бы это. Воля Кришны, и с другой стороны, это желание тех, кто сюда пришел. И второй вопрос. Откуда вот это вот желание, вот эти вот власти права, вампит, еще что-то? Хари Кришна. It was not very good speech, so I just translate that I how I understand the question. Srila Prabhupada was asked why this material world was just was made this material world, and Srila Prabhupada said this because of the desires of the people, and how we can compare these statements that this material world was created by the will of Krishna, and this material world was created because of the desires of the people. Yes, well. Of course, everybody who comes into this material world, we take birth because we have these desires to be independent of Krishna. И каждый, кто приходит в этот материальный мир, приходит потому, что у нас есть желание быть независимым от Кришны. We're trying to exploit the material energy. We're thinking the whole material energy is there simply for our enjoyment, independent of Krishna. И мы эксплуатируем материальную природу, думаем, что она создана на ради нашего удовлетворения отдельно от Кришны. Just like Prabhupada was in New York, he was at the Rath Yatra in New York, and he was looking at all the skyscraper buildings.
And he called a devotee over. There was one young, a young devotee who Prabhupada had just recently given sannyas. И однажды Шрила Прабхупада был на Радхаятре в Нью-Йорке, он был в Нью-Йорке, и он подозвал одного преданного молодого, которому он только что дал саньясу. And Prabhupada asked him, he said to him, he said, you know, what do you think of all these young ladies here, all these young American ladies here at this Radhayatra? And Prabhupada said to him, he said, aren't they all so beautiful? Шрила Прабхупада спросил его, что ты думаешь обо всех этих молодых женщинах, которые участвуют в этой Радхаятре, они все красивые? And then Prabhupada said to him, he said, and because of this, he said, because of the beauty of the women, he said, that's why this whole New York City has come up. All of these skyscraper buildings, they're just a manifestation of the lust of all the men to enjoy the opposite sex. И из-за красоты этих женщин выросли эти небоскребы в Нью-Йорке, потому что они олицетворяют вожделение мужчин противоположному полу. So the whole material world, all these big cities and creations of men, they're all there just simply to satisfy our material desires. И поэтому все эти большие города и все творения человека были сделаны для того, чтобы удовлетворить собственные желания. We're all thinking that I am the enjoyer, I am the controller, I am perfect, I am happy. Потому что мы все думаем, что я наслаждающийся, я контролирующий, я совершенный, я счастливый. So we come to this material world with this idea that we will enjoy, we will exploit, we will conquer. И мы приходим в этот материальный мир с идеей, что мы будем наслаждаться, что мы будем эксплуатировать, что мы будем побеждать. But some few souls will go on and they will understand that this is just simply the prison house, and we should think how to get out of this prison house. Но некоторые души идут дальше, они понимают, что этот мир это как тюрьма, и мы должны вырваться из нее. So the material world is created for two purposes. One purpose is to allow people to satisfy their senses and have their sense gratification, and the other purpose is to help people to get out of material world. И этот материальный мир был создан целями. Первая цель в том, чтобы люди смогли удовлетворить все свои желания, а вторая в том, чтобы помочь выбраться именно из этого материала. So we should, you know, the devotees, we're all trying for, we want to get out of this material world. We don't want to remain here. И мы преданные, мы хотим выбраться из этого материального мира, мы не хотим оставаться здесь. Окей. Okay. И второй вопрос, я его не расслышала. В этих вот страданиях, которые приходят сейчас, это же дело рук людей, это же дело рук Кришны, или все-таки Кришна тоже как бы посылает эти страдания? Ну, как бы, даже если по карме они не положены, они все равно придут, как бы, если Кришна приходит. So, am I understood correctly, that all this suffering that we experience is the cause of them are in people? Or are these sufferings is because of the will of Krishna, and it's not the karma of the people. No, the suffering, we cannot just simply say it's the will of Krishna. No, it's our own fault. We're the cause of our suffering. In the Bhagavad Gita, Krishna says, I'm not responsible for the sins which we do. That we decide ourselves, it's our own fault.
Мы не должны думать, мы, то есть это не является болью Кришны, все эти страдания, которые приходят, это наша заслуга. И в Бхагавадгите Кришна говорит, что я не причастен к страданиям, это все происходит из-за того, что люди совершают that this world can become the spiritual world. If we live in the world as a Krishna conscious person, we can, we don't have to suffer. Этот мир станет духовным миром, если мы все будем жить в сознании Кришны, то есть нам не придется страдать. Okay. Второй вопрос, вот это вот желание смотреть эти новости, там где сейчас войны идут. Почему людей пошли там память, вот, там, хотя ничего не показывают, что под них страдания? Почему людей тянет магнитом, хотя? Да. Why people want to why people want to see this Monday news about war in Ukraine and so on? Why is it so? Why does he have such a desire? Because they're in the bodily conception of life. They're thinking I'm the body. They're thinking this is my people and this is my country. We're all people that are in that material conception of life. Поскольку все мы находимся в телесной платформе, мы думаем, это моя страна, это мой народ. It's not just wars. Even if they have a football match, then people all think, oh, my country, my side, my team. И это не касается только войны, это может идет какой-нибудь футбол, и люди думают, о, это моя страна, это я на стороне этих, или на стороне тех, я на стороне этой команды, или на стороне той, моя команда, моя страна. So we're all in illusion. Все мы в иллюзии. Okay. А можно еще? Да, правда. А где эта вот грань между просто, как сказать, отстраненностью какой-то без, да, бесчеловечностью или что, просто вот игнорировать то, что происходит, и какой-то, ну, какой-то страх, нет, мирские чувства, они тоже должны присутствовать. Просто. And where is this? Border between ignoring what is happening and this feeling of compassion? People. Feeling of compassion for people. Well, compassion. Compassion should not be based on the body, it should be based on the soul. Сострадание должно быть, чувство сострадания должно основываться не на теле, а в душе. Compassion on the body, that is ignorance. Сострадание к телу – это невежество. Следующий вопрос. Валентина, Матвей, пожалуйста. Хари Кришна, если возникают вопросы в процессе преданного служения, находясь ежедневно Кришна, какие со старшими преданными? Ты слушаешь Священное Писание и спрашиваешь. Это помогает на этом пути, находя ответы, да, в этих сангах, свои вопросы. Нужно ли задавать эти вопросы Гуру Махараджу? Или так действует Гуру Парампара. Какие вопросы задавать? Ну, то есть,
if questions arising in the process of devotional service and being in daily Krishna Katha with senior devotees, you ask, and it helps to go just go on this way. Should we ask these three questions to the guru, or just Guru Parampara acts like this? Well, should we ask these questions to the guru, is it? Yeah. Or should the Guru Parampara have explained it? Well, the guru is going to speak according to Parampara, so there should not be any conflict between what Parampara is telling us and what the guru is saying. То есть гуру не должен быть в конфликте с Парампарой, он должен говорить то, что говорит нам Парампара. Sometimes it's more powerful to hear from the guru because he's physically present. So the direct words coming from the spiritual teacher sometimes can be more powerful than simply reading something from a book. То есть иногда более могущественным является слушание слов гуру напрямую, поскольку он находится, он жив, он находится перед вами, нежели вы будете что-то узнавать из книг. Okay. Next question. Елена Миронова, ваш вопрос. Хари Кришна, спасибо большое. У меня такой еще вопрос. Шрила Прабхупада говорил вот буквально в нескольких лекциях, что мы должны быть в курсе событий, которые происходят в мире, чтобы понимать, как действовать в случае необходимости. При этом мы не должны погружаться в эти новости, да? Вот если мы не стремимся узнавать о последних событиях, как нам быть осведомленными о текущей ситуации? Просто от кого-то услышать или вот, ну, какой должен быть установка здесь? Question is, Srila Prabhupada said in his lectures that we should be aware of the events that are taking place in the world in order to understand how to act necessary. At the same time, there should be no attachment or immersion in the news. If we do not seek to know about the latest events of the world, how can we be aware of the current situation? Well, generally, people will tell us, you know, we don't have to make a point of all the time going to the internet and checking out what's on the news. We will simply hear from people what's happening in the world. Ну, обычно мы слышим это от других людей, то есть нет какой-то необходимости искать новости в интернете или смотреть их как-то по телевизору. То есть обычно люди рассказывают, что происходит. Yeah, important. The big events which are taking place in the world, people will talk about it and you'll hear about it. So we may not know about it ourselves, but you hear from other people. То есть обычно все эти новости вы можете услышать от других людей. We are interested to become Krishna conscious. We're not so much worried about the world. Prabhupada wouldn't read the newspapers. И мы должны быть больше сосредоточены на сознании Кришны, не на новостях духовного мира. Например, Шрила Прабхупада, он не читал газет. But sometimes he would ask people, what did it say? What did the newspaper say? Но иногда он спрашивал, что в газете говорится. And then he would give a Krishna conscious comment. И затем он давал свой комментарий о сознании Кришны. Okay. Question from Alexander Prabhu. What does it mean to feel the compassion to the soul? It means to think how to give them Krishna consciousness, how to connect them
to the spiritual platform. И вопрос, как сострадать душе, это значит, что давать людям сознание Кришны и возводить их на духовный уровень. We think how the living entities are all suffering in separation from Krishna, and how to bring them back to Krishna. И мы думаем, как живые существа страдают в разлуке с Кришной, и думаем о том, как же соединить их. That is real compassion. Это и есть истинное сострадание. Okay. No more questions in the chat. Okay, so we can stop here. Тогда сегодня мы здесь остановимся. Okay. Yes. Thank you very much for translation, Tatyana, and thank all the devotees. Please stay safe, have a long life, and we hope we will keep in touch regularly here. Hare Krishna.